Всем привет, друзья! С вами Константин Кириленко, вы на канале Твой Бас. И в сегодняшнем видео я разберу мелодию джазового стандарта Summertime. Для начала хотелось бы сказать несколько важных слов. Вообще, мелодии джазовых стандартов все джазовые музыканты играют немножечко по-своему. То есть, скажем так, вот эта вот тема основная, да, это, так сказать, схема, каркас, поверх которого музыканты джазовые, как правило, импровизируют, вставляют какие-то свои фишки, то есть разнообразят это как-то ритмически, мелодически, то есть вот не обязательно играть именно так вот, как, допустим, да, написана эта тема в нотах или так, как я сегодня вам покажу, то есть это самый такой, я сегодня покажу, базовый вариант, от которого могут быть различные другие вариации. Ну, давайте теперь разбираться. Начинается все с ноты ми. Вот с этой вот ноты ми, вообще, в принципе, вся мелодия здесь можно будет сыграть в одной позиции. Первая струна, девятый лад, нота ми. И играется первая фраза, звучит она так. И играется она из-за такта. То есть ми, до, ми мы играем. И вот это ми тянется. Далее вторая фраза, звучит она так. Да, здесь уже побольше чуть-чуть нот. Ре, до, ре, ми, до, ля, ми. Да, и ритмически я вот так играю. Ноты видите на ваших экранах, обратите внимание на ритм. Но, опять-таки, ритм очень схематичен, потому что, да, в разных темпах можно ритмически играть по-разному. Допустим, вот в данном случае у нас темп 130, и я играю таким образом. Если бы темп был быстрее или медленнее, возможно, пришлось бы играть немного по-другому. Но, тем не менее, это вторая фраза. Сейчас сыграю обе фразы вместе. Далее третья фраза. Опять начинается с ми, да? Ми, до, но теперь на ре мы зависаем. То есть ре теперь длинная нота. И такое окончание. Доля, доля, до, си. То есть вот они, первые 8 тактов закончились. Сейчас сыграю первые вот эти 8 тактов медленно. Вот. Далее у нас идут вторые 8 тактов, где у нас практически такое же, начало, но с другим окончанием. Итак, начало то же самое, уже нам знакомое ми до ми. Далее ре до ми, ну то же самое. То есть первые две фразы абсолютно такие же. Но далее у нас идет такая фраза. Ми, соль, ми, соль, ля, до, ми, ре, до, ля. Вот такие ноты. Кстати, хочу заметить, все ноты по пентатонике. По сути, в этой мелодии практически все ноты по пентатонике, кроме одной вот этой вот ноты си, которая является последней нотой в первых 8 тактах. Но остальные все ноты по пентатонике. То есть вот она опять, пожалуйста, сила пентатоники. Несмотря на то, что джазовый стандарт, мелодия практически вся по пентатонике и очень круто звучит. Еще раз медленно последнюю фразу. Вот такая простая фраза. Сейчас сыграю вторые 8 тактов в медленном темпе. Вот
Вот и вся мелодия, друзья. Опять-таки, это каркас, это схема, внутри которой вы можете как-то импровизировать, ритмически разнообразить, добавлять какие-то мелизмы. Все это здесь очень приветствуется. То есть вообще джазовые музыканты всегда добавляют какие-то свои фразы, свои фишки. В этом, собственно, и суть джазовой музыки — сыграть это по-своему. Но не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, оставлять комментарии. Всем пока!